Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о таком расходном материале или о расходной детали в вязальной машине, как прижимная планка. Зачастую бывает так, что приобретя машину даже в интернет-магазине, у меня такие случаи были, вы покупаете машину как новую, она и по факту правда новая, но пролежав много лет на складах, у нее пришла в негодность прижимная планка. И хорошо, если вы об этом знаете. Ну, а если нет, тогда работа на вязальной машине с испорченной прижимной планкой может привести к серьезной поломке машины и каретки. Как понять, прижимная планка испорчена или нет? Требует ли она замены или нет? Ну, во-первых, у испорченной прижимной планки проваливаются иглы. Что значит проваливаются иглы? Для того, чтобы это понять, давайте вначале поймем, какая функция прижимной планки. Ну, во-первых, функция прижимной планки исходит из самого прилагательного «прижимная», то есть она что-то прижимает. В данном случае, в нашем случае вязальная машина, она прижимает иглы, удерживая их вот в таком пружинистом положении. То есть вы видите, нажав на пяточки игл, иглы как на пружинке опускаются и тут же поднимаются. Итак, моя прижимная планка держит иглы. Плохая прижимная планка, которую пора заменить, тяжело удерживает иглы в таком положении. И также наклон игл. То есть, если вы видите, что выдвинув вперед иглы, они имеют разный наклон, одни выше иглы, другие ниже, это тоже прижимная планка. При вязании рисунков на любых машинах, будь то перфокарточные или электронные, подпорченная прижимная планка, которая требует замены, может привести к тому, что иглы в рисунке будут некорректно вязать, выдвигаться и провязывать рисунок. Часто такое бывает с машинами, которые давно сняты с производства и купленными на аукционах и в интернет-магазине. Я сама получала такую машину, которая была ислевшая планка. Работать на такой машине нельзя, ее нужно заменить. Итак, как заменить прижимную планку? Удобно будет взять в руки, например, любые небольшие пассатижи, утконосы. С одной стороны, взять абсолютно любой предмет, который проходит в отверстие, подтолкнуть прижимную планку таким образом, чтобы, потянув с другой стороны, ее можно было бы извлечь из вязальной машины. В хорошей прижимной планке поролон упругий. И если вы возьмете сантиметр, хотя можно увидеть и на глаз, что он не испорчен. Очень часто в машинах, особенно если вы используете только часть центральных игл, прижимная планка именно внутри имеет вот такой вид. То есть она продавлена. И логично, что если планка продавлена, прижимать так, как нужно прижимать, она не будет, тем более она не будет пружинить, потому что пружинит она именно за счет пружинистых свойств поролона. В этом случае прижимную планку нужно заменить. Всегда ли нужно покупать именно прижимную планку? Потому что продавцы очень часто не любят отправлять одну прижимную планку, так как сама прижимная планка выполнена, ее верхняя металлическая часть из алюминия.
который очень мягкий. И транспортировать такую планку из-за ее большой длины, незначительного веса, очень неудобно. Поэтому продавцы интернет-магазины очень не любят отправлять вот такие планки в посылках. Чаще всего они вам отправляют непосредственно сам поролон. Нужно ли ждать, когда интернет-магазин отправит вам поролон для прижимной планки, а ведь его нужно еще и заменить? Нет, это делать совсем не обязательно. Можно использовать... Здесь нет какого-то специального, специфического поролона. Это, в общем-то, самый обычный поролон. И вы можете вместо того, чтобы ждать несколько дней, когда же из интернет-магазина дойдет ваша посылка, и обычно сам поролон к прижимной планке стоит очень дешево, намного дешевле, чем пересылка, например, по России. Поэтому можно сделать следующим образом. Вот обратите внимание сюда. Это самая обычная изолента. Можно использовать скотч, абсолютно любой лейкопластырь. И вот, собственно говоря, мы имеем дело с обычным оконным поролоном. У оконного поролона, вы знаете, есть клеющаяся поверхность. Снимаем бумажное покрытие, остается внизу клеевое покрытие. Вначале очищаем родную планку от остатков поролона, протираем ее хорошенько спиртом, обезжириваем поверхность, после чего приклеиваем обычный оконный поролон. Сверху этот оконный поролон можно проклеить или прикрепить любой лентой. Опять же, приобретя ленту с односторонним клеевым покрытием. Снимаем одностороннее клеевое покрытие и крепим ленту на поролон. И у вас нет никакой необходимости ждать, когда же интернет-магазин пришлет вам ваш поролон. После чего мы можем снять, аккуратненько снимаем вот эти пластиковые заглушечки. И потом точно так же их вставляем. И сверху для большей надежности крепим изолентой, лейкопластырем или просто скотчем. Для чего клеим? Потому что повторно, когда вы используете в третий раз планку, чтобы во время вставки этой планки поролон не задрался, и вы бы потом не выковыривали его из машины, и чтобы он там не смялся. Итак, вы поняли, что сделать это очень даже легко. После того, как вы заменили поролон, остается нажать на иглы. Прижимную планку вставляем и аккуратно продвигаем. В то время, как вы вставляете прижимную планку, иглы должны быть прочно прижаты к игольнице. Поролон для прижимных планок, которые продают интернет-магазины, уже имеет и верхнюю ленту, и клеевое нижнее покрытие. И все. Ваша машина снова готова к работе. Я уверена, что для многих это видео было полезным. Если вы до сегодняшнего дня не знали, как заменить вашу истлевшую или отработанную прижимную планку, пожалуйста, с удовольствием заменяйте. И вы поняли, что обойтись это может просто в копейки. Достаточно сходить в любой строительный магазин. Вяжите с удовольствием, подписывайтесь на наш канал, вяжите вместе
с нами, находите нас в социальных сетях. И до встречи в наших следующих видео.